Всем привет! Не работает автокомпрессор. Снял я заднюю крышку. Тут 4 винта открутить надо. Так, прозвонил вот эти провода, разъем. Ну и сюда доплаты. Звонится, тут нету обрыва. Так, теперь. Компрессор тоже звонится. Ну вот так я его прозвонил. Вот эти два провода, которые выходят из него. Компрессор звонится, то есть там дело не в щетках. Он должен хотя бы гудеть, но он вообще не гудит. Видно, что реле перегревалось, пластмасса вздутая. Скорее всего, в нем и дело. Так, сейчас я подключаю компрессор к аккумулятору. Он не работает. Теперь замыкаю контакты реле, вот эти два. Вот этот и вот этот. То есть дело в реле. Это реле нужно только для того, чтобы срабатывал вот этот автомат выключения компрессора при определенном давлении. Вот, поэтому можно его вообще убрать, либо перемкнуть контакты вот эти напрямую. Припаяю сюда кусок провода. Подключаю к аккумулятору. Ну и все, всем пока.